Посмотрим, как пацаны порежутся. Давайте перешли мы с дотки на КС. Те же самые тмо, те же самые полетей. Да, первый минус уже есть. Питон еще одного подрезал. На кого ты ставишь? Я? Как думаешь, кто сильнее будет в этом противостоянии двух гигантов? Тот, кто будет лучше играть, либо тот, кто подрезал. Но это неудивительно. Итмо берут первый раунд, остаются за сторону контртеррористов. Карту немножечко доминирующей на этой, в этой игре. Сторона. Стей. Ты видел когда-нибудь, что писали стей? Что это там такое? Ну тут сказочники. Я же кинул тебе 200 баксов. Хакер. Хакер Андрей. Да. Вот. А, ну, что, можно начинать. 0-0. В итоге ИТМО начинает у нас за КТшников. Террористы, соответственно, политер. Ну, вот. В прошлом году, я помню, у политеха был безумно сильный состав. Смотри-ка, ребята, потихонечку. Все выходит, и все-таки Б, наверное, будет штурмовать. Вряд ли они просто быстро так опустятся. Или нет? Ну, там на поджиме сидит уже парнишка за вторым поездом. It's her. Да, it's her. Вот, в ожидании хаешечка закидывается, ой, все зашли, минусует первого, Искар отлетает моментально, бомба уже плентится. Остается всего лишь два контртеррориста, не лучший. Это от Джерри, еще одна голова. Что творит? Надо посмотреть за этого парня. Минус 3 в этом раунде сделал. Вот все, что понадобилось, это... Быстро зайти, просто заплатить, заработать еще 300 рубасов себе на карманчик. И иметь вот такой хороший фулл закуп уже в следующем раунде. Политехи умудряются взять первый раунд, несмотря на такой приличный деф в 3 человека на бипленте. Ну, вот 2-1-2 будут играть все-таки. Заходят и фастом будут разыгрывать, за плитой уже один чел встал, там фейкер. А, эмфейк, извиняюсь, не успевает. Это плеп. А, плеп. Плеп не попадает, его сразу же хвост убивает в голову. Нету шансов практически зайти, бомба опять запленчена. Кстати, подходит фейк. Ой, крам. Это эмфейк, да, это команда, хэштег. Я... Что, хэштегчик. Мел последний, кто остается. Ну, там все живы, и какого-то особого смысла сакрального забираться туда нету. Ой-ой-ой, Хоса убивает. Ну, девайс выбило, на этом хорошо. Сзади подходит, поджимает Пипан. Пипан пуловый, голова торчит, но не получается его забрать все-таки. Поликинс Сорис Мунлайт Денсер. Это, по-моему, King of the Room Bobbit, который у нас, да? Я не помню, я не помню их имен, потому что давно... Это политех, подожди. Да, это политех. Я политехов не знаю кайсеров, ребят, к сожалению. И пошла аркадка через первый поезд, будут через единичку заходить, там их крем. Джерри сразу убивает, хлеба. Тут должен спас стрелять, хвост там быстрее. Крам тоже минус, Мел отъехал, Искар остается. Ой, пытается стрелять, но... И он даблкил с P250. И... Да, у него армора, по-моему, даже не было, да? Ну, такой, эко-раунд отыграли ИТМО, сейчас будут все-таки закупаться. Ну, и сразу такая авапа идет. Авапа от Декси, Вова. Сразу нарисовался у нас снайпер. Снайпер играет без армора, даже без начального армора. Ну, говорят о Машлеме. Да, через зелень там вряд ли кто-то пойдет. Не хватает Пипон. Надо Пипона убивать, если он на единичку выйдет. Мансит там своей пятой точкой. Через зелень все-таки один парень будет забираться сзади. Под... Так, слушай, то есть... Декси минус плеп. Что-то как-то жестковато все это получается. Политехи... Пока слишком уверенно себя чувствует, но дает спрей, не получается у него победить Пипан.
Не, ну все-таки хосту отстрелил, и Пипан в ответ. Исхар остается последний, есть раскидка, почему-то он стоит на месте. Ну а зачем ему пушить там против четырех? Ожидает. Ребят? Ну, я не знаю, надо. А запленчен может там куда-нибудь в угол. Ну смотри, он слишком много забиться. Закупился, чтобы проигрывать этот раунд. У него есть full armor, 4 гранаты и фармган с надписью Virtus Pro. И сколько там нафармил он на статреке? 563. 5-6-3, да. Ну, такое, ну, может хотя бы гранатами откинуться. Не, решайте рисковать, все-таки там ребята даже искать не собираются, бомба будет взорваться здесь однозначно, это 4. Ну, мне почему-то казалось, что вот это от Джири был поиск именно. Ну, где лучше всего спрятаться, конечно, на... В своем респе. Не, на Т-респе, наоборот, на вражеском. Так, это же контрлогик. Ну... 4-0, пятый раунд, ну, типа, мы с вами наблюдаем. Пока что без шансов, как для команды ИТМО. Один фармган, песчаный пустынный орел. Песчаный хотел сказать. ИП 250, 3 штуки. Будут просто так дефать сразу же из ТР погибает, а тут Джерри. Make it stop убивает Крема и make. Ой, и там Блеб, я постоянно вот этот мой читаю, потому что высвечивается. Fake. Да, Dexy Wolf, 250, нужно здесь идти, хотя есть армор, но он первый, не жалко, в принципе, есть 2050 голды на руке, можно идти просто пытаться выбить какой-нибудь девайс, например, АВП, который у Пипна находится, пробегает мимо. И минус одну четырех врагов после этого. Да, можно сейчас убивать Пипна, что, в принципе, он отлично. Делает, выбить и засейвить, просто выбить и засейвить, что он, в принципе, и делает. Валит, погоня сразу за ним, пытается отстреливать, make it stop! Отлично, через прострел. Хоса, еще один минус. Крусавчик. Принимает уже, да, поджали уже с тиспауна. У нас есть сколько денег у них сейчас? 11 тысяч, там, 10 тысяч, 6 тысяч, 13. Без проблем, еще 3 раунда подряд могут фулбайтиться ребята из политеха. Витмо, что у нас по баю? 2 АВП просто уже безнадежная ситуация. 2 авика, да, купили. Безнадежная относительная ситуация. Исхар. 6600, я даже не знаю, что тут делать. Ребята просто по карте передвигаются ровным строем, на Б выходит. Сейчас посмотрим, Исхар парапет у нас просматривает, да? А, до сих пор на базе стоит. Ну, что-то беда, Исхара, Мэл отстрелили, все вошли. Через коннектор ребята сейчас будут заходить, через перемычку. Будут ли? Прям должен найти сейчас по идее Джерри. Джерри, минус. Бомбу установили. Так, смачок, надо бы под что-то выходить. Только переключился у нас на Dexy Wolf, Пипан его отстреливает. Отомстил за прошлом раунде смерть. Сейчас его Крам последний живых. Там Пипан прицеливается с авиком. Понятно, промазывает первый раз, 34 кп остается. Еще один выстрел, но... Там уже перетяжечка. Так, и ну с лестницы ты особо не постреляешь. Поднимается Пипа наверх, видел он его. Надо валить оттуда, зеленки сзади поджимает. И без шансов здесь. Ну Хосо хоть забрал. И такое, минус один человек, один дисконнект. Я так понимаю, паузу надо, да? Паузу надо, но почему-то не торопятся ребята с выбором. А, не, матч проснул. А, все, да, пауза. А мы думали, что тактическая заезжает. Вот, да, паузу мы давно уже прописал. Найс, музыкальное сопровождение. Я тебе говорил, что не зайдет сюда True Grapчик. А я, ну там же подряд, да блин, я устал просто включать что-то там. Да, на самом деле. Что-то в рандоме было, короче, и так я оставил. В основном надоело слушать унылый тек-хаус, и надо же как-то веселить. Ну а вкус цвета товарища нет, так что сиди терпи. Ну, не то чтобы. Я вот этот остров помню, ребятам включал. Вот если бы ты вторую, там... вот вторую песню врубил, которая у тебя там сейчас была, то я думаю, все просто бы. А какой? Ну, Ленинград, когда ехай. А. Все бы оценили, но нельзя. Нельзя, да. А еще там у Ленинградова. Я так люблю. Я так хочу. Продолжение, знаешь, да? Когда большой босс во тьме. Да. Анпаус пишет. Ребята, матч мы будем наблюдать дальше. 6-0.
от политехов, и заодно могли пообщаться с капитаном сейчас команды ИТМО, решить, что делать дальше. Поможет ли это и, или нет? Через туалеты будут, ребят, подниматься троем, остается там на фейк позиции. Нет, все-таки уходят и четвером будут заходить, будет ли аркада или выйдет будут. Да, и Джерри там уже прыгает. Вниз должен реагировать Эстхер. Не попадает в голову, очень долго не попадает в голову. За это наказывать вы должны очень быстро. Два слепленных. Два слепленных ребят, один в аундаун прыгает. Здесь Макетстоп должен отстреливать перемычку. Палит обоих ребят. Один на 1.6 стоит, убивает его. Крем. Крем не понимает, что происходит, куда именно ему сейчас выходить. Вдвоем остаются против четверых. Дигл и 5-7. Дигл нужно отрабатывать, пытаться, одна голова, но здесь Питон быстрее, и Крем тоже погибает. Вот так, 7-0, без шансова опять. Сколько раз буду повторяться это слово, не знаю, потому что это реально выходит и умирает по одному. Политех 7-0. 7-0 ведут политехи, да. Сабон. Ну, прям жесть какая-то происходит. В прошлом году политехи очень сильно отыгрывали, это я помню прекрасно. Ну, здесь что-то не настолько, вроде 3-1 за счет. Но они просто играют свой КС, они просто спокойно выходят, делают то, что им интересно, что им нравится. И, кстати, да, Мэл, а, это Крам еще в помощи, я тут перепутал. Отстреливает ребят, еще Джерри можно ранить, гранатами откидывается, Сорис. Moonlight Dancer. Вот, Мэл с авиком. Есть информация, как минимум по двум. Минус Джерри, бомба выбивается. Раз на раз остаются, и это шанс наконец-то затащить раунд. Видит, выстрел мимо, не попал. Поджимает дальше, Moonlight Dancer. Пытается как-то стрейфить, но уже не вариант, просто узкое пространство. Узкое пространство, действительно, слишком узенько там было. Да. 0-8. А ты знал, что вот этот смайлик, который сейчас поставил ты сам, он очень похож на тебя? Я уже эту тему прогнал очень, уже, наверное, недели две назад, и в игре, я не помню, кто играл, постоянно присылали, типа, а где, типа, вот этот смайлик? Я в курсе, что это пишет, но это пару человек это пишет. Да я и сам ставлю его, какая разница. Но у меня не розовые волосы, начнем с этого. Ну, это парик, его никто не надо убивать. Сорис, отлично, Мэл убивает, размен от Крима по Жерри, от... Ой-ой-ой. Ставит невероятный голову с Дигла. Здесь Дексиво подбегает сзади. Нужно реализовать это преимущество. Но он один против троих. В принципе, его не чекают. Не знают его позиции. На первом поезде он уже... Не попадает в голову. Не попадает второй раз. Не попадает третий раз. И за это наказать надо. Да. Четвертый раз тоже не попадает. Не его сегодня это оружие. Которое требует максимальной собранности и четкости выстрелов. Ну да, как-то так не получилось. Ну, на месте тоже не стоял, днем вообще просто какая-то беда, катастрофа просто между ребятами. Просто лютый провал. Я не это представляю. Это 103, да? Это 103, да. 103. Ну, будет шанс отыграться у ТМО. Какая вторая карта? Вторая карта. Ну, потом посмотрим. Не помню. Я ставлю на Мираж, потому что Мираж играет одна через три, по-любому там. Да я не знаю, все, да, на Мираже играют практически постоянно, тут Dust 2 иногда про это. Вот Трейн, по-моему, на SKL первый раз сразу. Я сегодня, кстати, у меня был на гейм-шоу Трейн. И два Трейна в день, прям вообще так. Сейчас бы Трейн... Не было, да, а тут да. Бах. Сейчас бы Трейн залетел два раза подряд. Не хватает немножко чего-то ребятам из ТМО, наверное, какой-то командной тактики. Плюс стрельбы, конечно. Есть информация, что ребята вышли сюда, а тем временем, кстати, вот здесь. Где он сидит-то? Ждет, когда подожмут ребята. Мэл флешный, и Make It Stop голову забирает у нас плеба. Ну и... Смотри, сейчас с коннектора сзади зайдет, короче, у нас дружище. Просто Джерри такой. Охотник с головами. Да ладно, видно же было, ты... Не понимает, откуда произошел выстрел вообще. Такое чувство, как будто Джерри поменяли в этот момент. Слушай, поджигают, успеет задефьюзить, по идее, но нет, не успеет. Мэл лоу хпшный, попытается спасти АВП, но не получится. Да. Все умирают, и 10-й раунд заканчивается победой политеха. Обидно. Не могут что-то... Надо собраться, по идее. Но, смотри, сегодня у меня была карта тоже Трейн.
на который ребята проигрывали со счетом 12-3. Перейдя на сторону контртеррористов, они взяли 12 раундов подряд. И выиграли катку, причем после этого. 12 раундов без шансов. Молодцы. Давай посмотрим, может... Так, бомбу перекидывают. Ой-ой-ой, ну ас, два хэдшота. Ну, что-то жесть какая-то, как-то сильно круто ребята отыгрывают. Так, вот она встреча. Потом даун стоит там парень, и если он сейчас прыгнет, это для него конкретно. Да, и Сорис не дает. Здесь Мэлло выйти. Бэксвоу сзади. Месть случилась. 2-2, равные шансы, в принципе. Там пип на ВП, отличная отыгровочка. У Испера нет шансов против двух ребят. И вот так вот, 11-0. Пока что сухую, даже не могут размочить счет этот. Да, 0-11. А что делать-то? Что делать-то в этой ситуации? Уже ничего, потому что карта проиграна в данный момент. В том смысле, что если еще два раунда Тори упускает, то здесь можно уже спокойно проплевать. Потому что чисто по скиллу даже не видно, что не догоняют. И на единичку пошел выход, у меня ВП играют ребята, там даже такой мини-форс по пистолетами по 250, и они вообще не могут стрелять, как-то что-то не получается, выбил один АВП, Джерри сзади как-то свист. Ай, с ножа почти зарезал, там тайминга не хватило. Но опять с пятером умирают, тим вайп просто, три АВП я сейчас покупаю. Тим вайп, ну так игра всегда заканчивается тим вайпом, ну тим вайпом раунд редко случается наоборот. Я почти сказал тим вейп, понимаешь? А. Сейчас бы вейпером побыть. 3 АВП. Джерри, Пибон и Make It Stop покупают снайперские винтовки. Ой, сейчас бы еще Монлайт и Нос купил. Было бы поинтереснее нам смотреть. За 5 зумами. Я не буду комментировать. Пибон, первая голова. Я отказываюсь. И смотри. Так, Рам. Пибон отстрелил. Говорит, да, набрали АВП, пацаны. Сейчас мы вас будем убивать. Я смотрю, просто у меня улыбка такая едет по лицу. Флешечка залетела, через мол, там хоз, голову Мэллу. Отстреливает его, бомба потихонечку начинает передвигаться, все-таки будет закладываться. Бэкпоинте, как и став, упрыгивает, Сьюз ХП пытается что-то сделать, 23 хп остается и... Давай, 8 хп, дожимай его, Make it stop, голову отстреливает еще, ой, бомба выбита. Кстати, раз... Один против двоих остались, тоже видно было. Просто смотри сейчас в чат, что пишет там парень. Чё? Итмо вин. Где? Вон чат, итмо вин. Топит до конца за своих ребят. Ну... Такое... Удачи. Молодец. Это правильно. Более, ну, действительно, надо топить за своих, поддерживать. Я помню, я так за Нави болел какое-то время. За Нави ты болел? Когда мне было 14 лет, и я болел за Нави, я думал, что они победители всего мира, раз первый трэш победили, но... Так, бомба установлена, в смоке просто стоит такой вот, без палева, знаешь, такой хлеб. А может там нижний дефьюз? Флешечка залетает, спускается вниз, Джерри минусует его такие. 4 в 3, в принципе. 4 в 3. 4 в 2. 2 в 2. 2 в 1. И Плеб сейчас закончит существование на этой карте. Плеб отстреливает. Мэкистап раз на раз с Плебом остается. В любом случае, раунд будет выиграть. Бомба уже там... Бах. Сюрприз. Бум. 14-0. Политех просто делают пока что невозможно. Я на данный момент на СКЛ еще, честно, при мне не был. У Джерри 16 тысяч было в начале раунда покупать. Ты видел на СКЛ? Что ты делаешь, а? Ладно, продолжаем. Тут у нас Лайт косячит. Здоров, не молясь. Да. Со звуком ходит по проводам тут. Давай сразу что-то. Я проводам не прошелся, я их обошел. То есть это, блядь, мать Тереза какая-то сделала, я не знаю.
Да, возвращаемся вроде. 2 в 2, кстати, бомба установлена, 0-0-14. Да, вот, лост. Нет, там уже все восстановилось. Будет все хорошо, тем временем остается Make It Wow 1. И заканчивается 15-0. 15-0. Как думаешь, сможет, смогут что-то сделать здесь этому? А есть Good Half, I guess, Крам пишет. Ну, слушай, смотри, раз политехи затащили 15 раундов, почему бы сейчас этому не затащить 15 раундов? Чиним стрим, работяги. Напиши, Лайт ходит по проводам, как по Невскому. Итмо героически продолжают играть эту катку. И давайте посмотрим на пистолетный раунд, который должны сейчас отыграть в фаст-агрессию Итмо. Все хорошо, все отлично. А инсайт инфа. Я не случайно ругнул. Пипан на поджиме с андерграунда, с апдауна. Там попытка сейчас, наверное, раскидки будет все-таки в бипленд. Реально, Итмо, ну, как бы, не сдаются. То есть, да, они продолжают. Конце. Ребята, короче, засели, там, готовы врываться, выходят. Потихонечку, хоса, давай, отстреливай потихонечку. Ай-яй-яй, из коннектора двое выходит. Ну, смотри, здесь уже двух минусов. Мел Плев два минуса делает. Искар еще Джерри отстрелил. Пипан последний, кто остался. Да ладно. Вот это характер. Вот пацаны, как он стреляет. Жесть какая-то. Террористы побеждают. 15-1. 15-1, ну не так обидно. Ламер на стрэме, я политех. Это политех дудосит, понимаю, что без шансов для них. Не, ну... Не дудосят, тут действительно у нас просто... Да, просто я хожу по проводам, я любитель такого дела. Да. Искар уже пришел, но здесь быстрая реакция. Да, реакция... Еще и Крам убил, короче. А почему? Я не понял, Крам вообще сзади где-то отстреливал, и все вроде хорошо у ребят, Make It Stop остается тут. Смотри, уже втроем умерли сейчас политехи. Просто вдвоем умерли политехи. А, с ножа просто... пытался брать там! Сорис, да ладно, минус, короче, да все, по... Зевса завалил. Бомба установлена, Истхар отстреливает у нас Make It Stop, а Moonlight Dancer с Хосе остался. Изи для ЭТМО пишет, чувак. Не, ну это действительно пока что изи. Вот уже выиграно два раунда, но... Камбэк из Ариэль. Из Ариэль просто. Да, смотрите. Да давайте мы своим подносим. Ай, как хорошо, сверху до девяточки не даст. Бомбу и Мел. Что делает пацан? 2-15, ребят, продолжаем топить за ИТМО, то есть здесь без шансов, как написано. Видал, что делает подрубка? Врубили, пацаны начали играть. ИТМО 19-15 изи. Кумбак. Камбэк, да. Кипаста ТВ. Смотри, Moonlight второй раз покупает себе Зевс. Да, Moonlight Dancer снова с Зевсом, но в прошлом раунде, да, он его удачно применил. И что-то мне кажется, ну это какой-то больше рофл уже. Давайте что-нибудь делайте, ребята. Сзади будет поджимать через зеленку у нас Dexy Wow. Dexy Wow. Смотри, что творит парень. Там
Там хоз поджимает. На первом Джерри бивает мало. Пошла аркада, не чекают. Хоз отлично выходит. Гол выстрел. Лев, минус Хосе. Там еще у нас перестрелочка половина. Джерри тоже умирает 3 в 3. Юспы и 1 в 250. Против Галила двух калашей. Давай. Зевс. Господи, Зевс, Зевс. Не чекается, не чекается! Минус. Боже, что там еще Плеб остается. Плеба он видел, подбирает все-таки Галил для себя. И вау-вау-вау, у одного 8, у другого 22, и решили они, что, наверное, это все, 39 секунд деле... остается, нарисовал вот напоследок, нарисовали свои. У Плеба есть сейчас хаешка, которая выпала, он может сейчас задунает себя сам. Он может тебя задунать сам, мне нравится твой подход. It more take my energy. Как будто читает игру, уходит обратно, там на поджиме. Белыв пишет Тлен, Тлен. У нас сегодня ТМО, в итоге я начинал, заканчивал не я. У нас сегодня... Так, первая половина закончилась. Бэнк, ТМО в здании. Бэнк-бэнк и ТМО в здании. Да-да-да, бэнк-бэнк. Тут получился у нас гэнг-бэнг, короче. Так, в первом раунде, получается, побеждает у нас команда Политеха. Я тогда пока заставочку ненадолго поставлю. Сменим карту и... Я пошел по проводам ходить.